Однажды скромный бард, покинув свой причал, отправился в путь и ведьмака повстречал. То Геральт белый волк, о нем я буду петь, что дьявольских эльфов сумел одолеть. Когда они пришли, решив меня скубить, разбив мою лютню, пытаясь убить. Когда злобный бес стоял надо мной, то Геральт воскликнул: «Эй, братец, постой! Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой! Ведьмаку заплатите, зачтется все это! Он хоть на край земли отправиться готов, сразить всех чудовищ и орды врагов. Это, блядь, что такое было?